Республикон бира профилу медицинун центр наркологион диспансера аразы райды той тестата хузар ирыстуны миткоттакты орган тукушчата наркотикон боратты, ама психотропон препаратты пайда канын завина вира барак канын инстанын. Сармагон скундан ахан баскарстата авазыны фадыл хаз сварта президент Бибилтана Доли. Банысан коттой миткоттакты министрады. Ахан баскарст авазын паца хады саглавак бахаз котта миткоттакты министрады галеги ирабатты. Кацы уақ цыд орган ты оперативун службай архайдан хатсакта В самые короткие сроки, провести полностью тестирование всего личного состава на наркотические средства. И о результатах мне, пожалуйста, доложите. Митхуттакти министрады медикун санин арухай балхаттат из системата кацета барак кэнэнц дас хузы наркотикта. Удунысты реагент дэм бэрдгунд амара барак кэнэнц ахам наркотикта кэд морфин, марихуан, нагагаин, метадун ама эндарта. Фэцца гэдабу ал баскарстой ведомствая кухтари вагады. Дэсэта кэду ахцэн цумэ якуз дар саразга гамиз. Ескундысты митхуттакти министрады сармагун эдастинады. Ама наркотикун баратта пайда кэнэмма цэстарды управленитэ кушчэтам. Задача по проведению тестирования личного состава органа внутренних дел на наркотики была поставлена президентом республики Анатолием Бибиловым в ходе коллегии МВД по итогам оперативно-служебной деятельности за 2020 год. Проверку уже прошли 650 сотрудников милиции. При выявлении у сотрудников факта употребления наркотиков будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел. Бонамидак тестета арас цавзиста стоя димоган. Алцам алзалтта фауда хатсакта арас дар цавзан баканга костан. Черкутилегина кодстаи докумаритата фадима информацион равахт абун.